Здравствуйте, вы на канале Тренер Хапаев. Мы разговариваем здесь о коксартрозе, о спорте. Поскольку у меня у самого коксартроз, и на правой ноге у меня вторая степень коксартроза, а на левой у меня уже сделана операция, я показываю и рассказываю то, как я сам тренируюсь и что я лично считаю полезным или бесполезным на моем канале. Сейчас я вам показываю комплекс, который может сделать любой, даже любой из тех, кто стоит на заднем фоне. Пацаны пришли, и я ровно час занимался, и пацаны в теньке ровно час стояли, ходили, разговаривали, пытались что-то делать, потом опять ходили. В общем, есть категория людей, которые приходят в спортзалы, на площадки, и они не знают, что делать. Что-то они видели, что-то они пытаются подражать, что-то у них не получается. И в конечном итоге, кроме болтовни, у них ничего не происходит. Исходя из этого, я вам еще раз предлагаю, вступайте в группу, потому что вам не нужно будет думать, как совмещать упражнения, как, с какой интенсивностью их делать. Я уже все придумал за вас. Вам только нужно нажать на кнопочку, открыть экран в любое для вас удобное время и начать тренироваться вместе со мной. Оставлять отзывы, комментарии, какие у вас ощущения, плохие, хорошие, что у вас получилось, что не получилось. И таким образом вы будете тренироваться, и у вас будет результат. У этих парней, которые сзади меня, результата еще долго не будет, потому что их амбиции не позволяют идти к тренерам, а просто стоять самостоятельно вот там, рассказывать друг другу байки, это не тренировка. Потом они еще в конце сказали, что мы 3 часа уже здесь тренируемся. Я сказал, отличная тренировка, час я видел, как вы тренируетесь. 2, наверное, прошли так же. Всем пока, всем здоровья. С вами тренер Хапаев Олег. Подписывайтесь, кто первый раз. Информации очень много.